Пейзаж Дикого Запада не был традиционным. Это были мили опасных и ужасных скал. Иногда сорняки росли за одну ночь. Определенное собрание этих деревянных избушек, которые стоят одна далеко друг от друга на этой земле. Но именно отсюда начались великие города. Денвер, Грейт Чарльз, Лас-Вегас и Сан-Франциско. Здесь были люди, которых никто не любил. Некоторые из них погибли, в конце концов. Но, тем не менее, это была медленная смерть для тех людей, которые когда-то, на какие-то несколько минут, были знамениты. Но в большинстве своем в этих избушках все еще живут люди или возвращаются к жизни, когда тысячи туристов с камерами приходят сюда, чтобы насладиться историей. Они не ищут фактов, но они пытаются пережить легенду заново, фотографируя ее и фотографируя себя на фоне этих запыленных улиц. Улиц, где Док Холлидей, Билли Кид и Уайт Эрп когда-то жили и убивали. В большинстве своем эти города слишком далеко от наезженных туристских троп, но все-таки люди, которые ищут определенного возбуждения, приходят сюда. Они ищут легенды, и пусть продолжают искать их. Каждый год, когда сильные ветры с равнин дуют на эти дома и иногда разрушают их, в результате гвозди и доски и балки летят по воздуху, это означает, что еще один город физически умирает, превращается в бараки. И нет никаких доказательств того, что когда-то он был таким величественным, но тем не менее, призраки, которые спят, пробуждаются от сна, как Рип Ван Винкль. Ну хорошо, хорошо, стой там, дядя. Ну что, посмотрел, дядя? Уже уезжаешь? Ты что, благотворитель какой-то? Не обращай внимания на это ружье. Ты что, местный? Ты, наверное, местный, точно. Ну что ты стоишь, раззявился? Иди за мной. Черт возьми, можно сесть куда-нибудь, даже не сядешь, обязательно кто-то любопытный подходит. Ну, конечно. Я знал, работаю 23 часа в сутки, и пришел 9 с 10 обед. Точно, надо мне медаль выдать за то, что я так мало пью. Кажется, никто из нас не пьет больше, чем я. Надо себе ввести рацион. Экстренный. Ну, садись, хватит стоять. Ты что, никогда не видел Бадди Брэкстона? Слушай, мужик, я понимаю, что это противозаконно, вся эта выпивка, но это против моих принципов. Знаешь, есть только одна штучка лучше, чем полная бутылка кукурузной. Это целый ящик кукурузный. Шутка. Что случилось? Не нравится, как я себя веду? Ну, знаешь, сигаретка будет? А, спасибо. А, городской. Наверное, не туда заехал. Особенно сюда. Только один сюда приезжал из чужих. И то торговец какой-то. Ну, он здесь долго был, наверное, слишком долго. Может, у тебя еще есть такие вот сигареточки? Тогда мне будет приятнее рассказывать. О, спасибо, спасибо. Ты настоящий джентльмен. Знаешь, мужик, здесь не всегда было так спокойно и чисто, как сейчас. Ты когда-нибудь слышал о ужасных западных городах? Тумстоун, Дач? Да там была тишь да гладь по сравнению с нами. В этом городе было так плохо, что нам было стыдно даже его как-то называть, понимаешь?